период с 16 по 22 сентября текущего года в городе Красный Луч и прилегающих населенных пунктах прошла республиканская экологическая акция под названием «Очистим республику от мусора». Мероприятия, приуроченные к данной акции, прошли на всех территориях подведомственной администрации. В акции приняло участие свыше 9 тысяч человек. Убрана территория общей площадью свыше 116 гектар. Ликвидировано 33 несанкционированных свалки мусора. Очищено берегов водоемов протяженностью 6,25 погонных километра. Было задействовано 12 единиц спецтехники для вывоза и уборки мусора и веток. Активное участие в проведении данной акции приняли все государственные учреждения города. К самым активным можно отнести Управление образования, а также Управление культуры, молодежи, спорта и религии администрации города Красный Луч. Так, в период с 16 по 22 сентября в 27 общеобразовательных учреждениях города состоялись мероприятия, приуроченные к этой республиканской акции. Проведены информационные линейки, проведены экологические праздники, тематические классные часы на тему «Сохраним родную землю будущим поколениям», «Земля без пластика», «Земля погибает от мусора», выпуск экологических вестников, выставка рисунков на тему «Проблемы загрязнения окружающей среды и наш вклад в их решение». Работы по благоустройству на прилегающих территориях проведены школьниками и трудовыми десантными. Силами работников и школьников выполнены работы по уборке памятника Героя Советского Союза Лилии Литвяк и памятника рядового Павлу Ромащуку. Всего за время проведения акции общеобразовательными учреждениями города убрано от опавшей листвы и легкого мусора свыше 24 гектар территории. Ликвидировано 13 несанкционированных свалок. Очищено берегов водоемов протяженностью 1,4 километра. Приняло участие в данной акции порядка 3000 человек. Общее количество проведенных мероприятий по управлению образованием составило 360. В текущем году активно поддержали данную акцию профессионально-технические образовательные учреждения города. Помимо прилегающей территории были произведены работы по благоустройству памятных знаков на территории города, а также произведены уборка тротуаров по улице Вольного, улице Литвинова, улице Горная. Учащимися Пштеровского энерготехнического техникума проведены работы по уборке берега Пштеровского водохранилища. К проведению акции присоединились и работники здравоохранения города и провели работы по благоустройству прилегающих территорий и закрепленных участков общегородской территории. Неизменными участниками акции в городе Красный Луч являются работники межрегионального управления энерго-газового хозяйства, которые в текущем году дополнительно провели уборку тротуаров и обочин по улице Хасанова. В текущем году по инициативе временно исполняющего обязанности главы администрации города Красный Луч проведено зонирование общегородской территории и закрепление за учреждениями и предприятиями города с целью привлечения дополнительных участников и широкого освещения проблем загрязнения среды. Данные мероприятия позволили дополнительно к запланированным работам добавить порядка 4 гектар убранной территории городских тротуаров и дорог по основным дорожным артериям города. С целью повышения экологической грамотности среди взрослого населения специалистами администрациями подготовлены и размещены на официальном сайте администрации два тематических материала по вопросам правильного обращения с отходами и борьбы с несанкционированными свалками на территории города, а также о вредных последствиях отжигания мусора и сухой растительности на территории города. Заведующим сектором по охране окружающей природной среды на местном телеканале «Луч» проведен брифинг о целях данной акции и о запрете сжигания сухой растительности. Дополнительно на всех территориях подведомственных администраций проведены совещания с председателями квартальных комитетов о целях данной акции, а также с призывом принять активное участие в наведении порядка на своих территориях, а также на общегородских. Отделами по обеспечению жизнедеятельности территории проведено свыше 100 мероприятий экологического характера. Это и уборка территории, а также проведение работ по очистке прибрежных полос на водоемах, закрепленных за территориями, уборка территорий кладбищ, памятных знаков и могил погибшим воинам. По традиции в городе Красный Луч завершали акцию «Общегородским днем чистоты». Сотрудники администрации и управлений, а также работники коммунальных предприятий провели работы по покосу травы, вырубке порослей и уборке мусора на территории парковой зоны в районе водопада. За данное мероприятие убрана территория общей площадью 1,7 гектара.